Ребята, всем привет! Сегодня у нас одна полезная посылка с AliExpress. Летела 30 дней, стоила 10 баксов. Ссылка, где я покупал этот товар, в описании под видео. Вот так по-простому все упаковано. Давайте откроем и посмотрим. Коробка слегка помялась, но не критично. Здесь тонометр для измерения давления. Более 5000 заказов и одни положительные отзывы. Инструкция на русском, так что разобраться будет нетрудно. Это однозначно плюс. И главное, голосовое сопровождение также на русском. Поставляется вот в таком пластиковом кейсе, в котором будет очень удобно его хранить. Вот так он выглядит поближе. На первый взгляд все сделано качественно. Есть рисунок, как правильно нужно измерять давление. Также это все подробно указано в инструкции. Для его питания нам потребуются две батарейки типа 3А. Я буду использовать аккумуляторы, купленные на Али. Кому интересно, вот ссылка на распаковку. Начинаем измерение. Ух ты! Ну для меня такое давление это норма. Попробуем на второй руке. Хотя, наверное, это неправильно. Но все же. Измерение завершено. Кровяное давление систолическое. Так, показания практически те же. Давайте измерим давление у другого человека. Ну а вот здесь пониженное. Так, по настройкам. Зажал кнопку S и переключая кнопкой M, мы можем настроить дату, время, включить или отключить звук. Все довольно просто. Нажимая кнопку M, мы можем просматривать прошлые результаты измерения. Прошлые результаты измерения кровяного давления. Систолическое 100 мм ртутного столба. Диастолическое 65. Прошлые результаты измерения кровяного давления. Конечно, хотелось бы сравнить показания с проверенным прибором, но, к сожалению, у меня нет такой возможности. Но по отзывам покупателей, он довольно точный, ну и, конечно, очень компактный. По сравнению, какие цены у нас на такие приборы, я думаю, есть смысл заказать его из Китая. В общем, мне все понравилось, советую к покупке. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно постараюсь всем ответить. Ребята, спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Напоминаем, все ссылки в описании под видео. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.